Приветствую всех! Совсем недавно я увидел на YouTube вот такую оригинальную схему остановки или приостановки счетчика воды без магнита. Ее предложил один из умельцев интернета. Сделай сам. Так как счетчиками воды я балуюсь давненько, то я решил проверить эту схему на работоспособность и посмотреть, действительно ли она может реально что-то делать. Давайте посмотрим вместе с вами. Чтобы проверить выдвинутую теорию на практике, я разобрал счетчик холодной воды. Это старый счетчик, который я давно уже снял из своей системы. Внутри корпуса находится крыльчатка. Еще раз напомню рисунок, который нам предложил умелец. Посмотрите на него внимательно, особенно на то, как располагается крыльчатка по отношению к отверстиям на входах и выходах счетчика. Видите сами, автор предположил, что раструб, через который проходит вода, упирается непосредственно не в край лопасти, а где-то посередине. И тем самым мы можем обеспечить рассечение потока. Смотрите, как здесь, примерно пополам. Но на самом деле такого быть не может. Если я поверну крыльчатку, то вы увидите, что она совпадает с рисунком, ну а точнее с прокладочкой на дне корпуса счетчика. Это та же самая крыльчатка. Именно по ней идет вращение. Итак, смотрите внимательно. Вот здесь и здесь располагаются лопасти крыльчатки. Вот здесь, прямо напротив вот этого деления, так же как и здесь, находится вход. Вот этот. И чтобы вода не имела противотока, уже на заводе инженеры предусмотрели, что поток воды будет проходить не вот так, не по этой линии, а будет загибаться и проходить вот так. Как видите, изображая карандашом поток воды, я могу давить только вот на эту лопасть. Ну и, соответственно, крыльчатка будет вращаться в эту сторону. Я попробую повернуть карандаш. Но даже с усилием, я могу его только сломать, поток воды повернуть на эту лопасть практически невозможно. Автор предположил, что перекрыв напополам входное отверстие, а перекрыть мы его можем только здесь, даже вот здесь под решеткой корпус выполнен аналогичным образом. Сняв вот это ситечко, да даже просто заглянув под него, вы можете видеть, что сквозного отверстия нет. Отверстие сделано под наклоном и уходит именно в этом направлении. Конечно, любая теория имеет право быть. Но в данном случае это научное предположение, а подчеркиваю, это предположение оказалось немножечко практически неприменимым. Мало того, что смонтированный в систему счетчик невозможно так вот разобрать и вставить сюда перегородки, помимо прочего, даже если поставить перегородки, мы лишь сократим поток воды, тем самым мы не включим экономию. Счетчик будет вращаться, как и вращался. Мы просто ограничим себе давление в системе после счетчика. Итак, показываю еще раз. Установив крыльчатку и с любыми перегородками, поток воды будет вращать ее, потому что давит именно на вот эту лопасть, а никак не на верхнюю. Конечно, автор молодец. Он сразу сказал, что это лишь теоретические измышления. Стоит отдать должное автору, он честно в титрах и в описании указал, что данный метод на самом деле является лишь теоретическим и практического значения не имеет, а особенно никакого отношения к остановке счетчиков. В этом он молодец. Ну а я молодец в том, что я эту теорию проверил и, надеюсь, опроверг. А на этом все. Пока. Останавливать счетчики подобным образом не рекомендую. Воспользуйтесь чем-нибудь другим.